Почти 100 миллиардов тенге инвестиций привлекла Североказахстанская область за 5 месяцев текущего года. Это на 7% больше аналогичного периода 2021-го. Основная доля, 58%, приходится на собственные средства предприятий. В структуре инвестиций почти половина приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство. 19% всех вложений пошли на сферу транспорта и складирования, 14% на промышленность. Рост наблюдается в 10 районах области и городе Петропавловске. Наиболее высокие темпы в Кызылжарском, Акаин, Акжарском районах и в областном центре. Отрицательная динамика сложилась в Мамлютском районе. Там уменьшение на 55%. В аутсайдерах также Жамбылский и Тимирязевский районы.